Hello, my friend. Всем привет, с вами Кубик Рубик, и мы находимся на том самом неизвестном острове. Карта странным образом не отображается на этом острове, то есть отдельная локация. Это, по сути, считается отдельной локацией, но они ее приплюсовали, как я понимаю, к полуострову Саларит. Но... Ну, по сути, должна была быть этот остров полуострова. Ведь когда на него наводишь, и моргает сам Саларит. Но отдельной карты или совместной карты на него нет. То есть, что находится внутри, не попав в него, вы никак не узнаете. Поэтому сегодня я покажу, что внутри, и... А если кто захочет побегать снаружи, то, ну, глубоко вам сочувствую, потому что тут очень трудно разглядеть, допустим, забраться на горы и разглядеть, что вокруг. Вот, нашел единственное такое пока место, где можно осмотреться более-менее. Как видите, тут густые заросли и напичкали тут деревьев просто кучу. То ли был этот какой-то эксперимент, то есть... как будет все выглядеть, если много натыкать деревьев. Видимо, поэтому в основных локациях деревья не так уж часто стоят. Довольно редко. Видимо, поэтому вы увидите. Ability to know if I can bleed.